Операционная система Android очень хорошо себя зарекомендовала за последние годы. Практически каждый второй смартфон или планшет сегодня выпускается именно на этой мобильной платформе. Существует много различных эмуляторов. Какие-то платные, какие-то бесплатные. В целом, все они представляют из себя что-то похожее. BlueStacks действует по принципу совершенно любой программы. Вы скачиваете инсталлятор, устанавливаете программу и запускаете. При этом можете одновременно работать с другими программами и приложениями на основной операционной системе. Сегодня мы покажем, как запустить любое Android-приложение или игру у себя на компьютере. Все, что вам нужно, это скачать эмулятор. После чего его нужно установить в штатном режиме, как любую другую программу. После этого нужно скачать приложение или игру, которая вам нужна. Далее, чтобы установить игру с компьютера в эмулятор, нужно нажать APK и указать путь к игре. Дождаться установки, и все готово. Все остальное в эмуляторе такое же, как на вашем Android-устройстве. Все, что вам нужно, это авторизироваться так же, как на телефоне или планшете. Теперь вы можете полноценно пользоваться своим эмулятором.